В России самая настоящая эпидемия ВИЧ. По данным ООН, мы занимаем 5-е место по количеству новых случаев инфицирования. Впереди только Индия и страны Африки. Согласно оценкам Роспотребнадзора, 1,5 миллиона человек в стране живут с этим диагнозом, а значит, каждый сотый россиянин ВИЧ-положителен. Несмотря на эпидемию, до сих пор есть люди, которые мало что слышали про ВИЧ или даже не знают, что это такое. Как мы оказались в этой ситуации? Почему о пандемии коронавируса говорили все, а ситуацию с ВИЧ замалчивают? Меня зовут Кагершин Сагиева, вы смотрите «Это не так», и здесь мы разбираем, что происходит в обществе на самом деле. Одна из причин, почему наше население не знает о масштабах эпидемии, это путаница с данными. В России есть два официальных источника информации о том, сколько людей живут с ВИЧ. Первый – это Роспотребнадзор. В 2022 году он объявил о том, что в России проживает как минимум 1 миллион человек с ВИЧ, и еще 400 тысяч даже не знают о своем статусе, будучи ВИЧ-положительными. Через несколько часов после публикации данных Минздрав опроверг эту информацию и заявил, что всего в России с ВИЧ-положительным статусом живет около 850 тысяч человек. Разница в этих цифрах связана с тем, что Минздрав учитывает только тех, кто состоит на диспансерном учете. При этом каждое из ведомств настаивает на том, что государство должно опираться именно на их данные при разработке противоэпидемических мероприятий. Вообще Минздрав часто занижает статистику по ВИЧ. Последние 5 лет каждый год мы выявляем все меньше и меньше больных. К примеру, в 2022 году ООН опубликовала отчет, в котором поместила Россию на 5-е место по количеству случаев ВИЧ-инфекции. По данным организации, в России за 2021 год зафиксировали почти 4% от всех новых случаев ВИЧ в мире. Это очень высокий процент. Нас обгоняют только Индия и страны Африки. Когда ООН выпустил этот доклад, Минздрав сказал, что это очередная пропагандистская провокация против нашей страны. Противоречивая государственная статистика и высказывания влияют и на наше с вами восприятие. Судя по официальным новостям, проблема не так уж значительна. А страшные цифры нам приводят враги якобы лишь для того, чтобы дезинформировать и запугать население. Еще одна причина, почему люди не говорят об эпидемии, это миф о том, что проблемы с ВИЧ-инфекцией есть только в отдельно взятых регионах России. А это не так. Согласно данным Роспотребнадзора, которые были опубликованы в марте этого года, эпидемия ВИЧ в разных стадиях наблюдается в 84 регионах страны. В 27 из них эпидемия достигла третьей, самой серьезной стадии. Это значит, что там ВИЧ давно вышел за пределы так называемых групп риска. В странах, где этой эпидемии нет, уязвимыми группами по ВИЧ-инфекции считаются потребители инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также коммерческие секс-работники. Но в России в силу эпидемии риск заразиться ВИЧ есть у каждого. Статистику Роспотребнадзора мы отобразим на экране. Посмотрите сами. Распространено мнение, что ВИЧ – это болезнь геев и людей, употребляющих наркотики. В России этот тезис не имеет под собой никаких оснований. Очень много людей ходит и думает, что их это не касается. Вот если вы сейчас думаете, нахрен я выключу этот выпуск, потому что это не про меня, но это конкретно про тебя. Люди должны знать, что такое ВИЧ и как он передается. Для этого и существует в том числе секс-просвет. В России он не проводится на системном уровне, в школах нет уроков полового воспитания, про секс бегло рассказывают на уроках биологии или в рамках классного часа. О секс-просвете мы поговорим с вами в другом нашем выпуске, но вывод таков. Люди в России не знают вообще, что такое ВИЧ, как он передается и как с ним можно жить. Некоторые, в принципе, отрицают существование ВИЧ-инфекции. Они обосновывают это самыми разными теориями. От попытки фармкомпаний заработать на якобы выдуманной болезни, до конспирологических схем и желания недружественных стран спекулировать этой темой. Таких людей называют ВИЧ-диссидентами. Иногда подобного рода идеи распространяют и публичные лица. СПИД, он возникает не от этого вымышленного вируса. СПИД возникает от 4 причин. Первая – стресс, вторая – депрессия, третья – разрушение прививками и иммунитета человека, и четвертая – внешняя интоксикация. Страшно, когда врачи
или чиновники на местах, которые должны бороться с инфекцией, наоборот, не признают ее существование. Более того, отрицание и мифы вокруг ВИЧ приводят к стигматизации ВИЧ-положительных людей. Неизведанного боятся, получить ВИЧ страшно, поэтому лучше не контактировать. Такая логика присуща большинству людей. По опросу ВЦИОМ почти 80% россиян дискриминируют ВИЧ-положительных. Из них 66% признались, что им было бы некомфортно создавать семью или рожать детей с ВИЧ-инфицированным человеком. Маша, давай поженимся, выходи за меня замуж. Я говорю, чувак, все здорово, но у меня ВИЧ. Он встал и убежал. То есть даже как бы не ушел, а просто убежал. Более того, каждый третий россиянин признался, что даже не готов покупать продукты у ВИЧ-инфицированного продавца. Почти такое же количество людей сообщили, что чувствовали бы себя некомфортно в ситуации обучения их ребенка в одном классе или группе с ВИЧ-инфицированным. И на второй год у меня директор вызывает и говорит: Роман Викторович, узнали дети о вашем статусе, естественно, и родители пришли, говорят, или мы заберем двух детей наших, как были вы истории как. В результате люди с диагнозом ВИЧ сталкиваются с дискриминацией практически везде. При трудоустройстве, в семье и даже в государственных больницах. Сама инфекция становится табу, многим людям стыдно сдавать анализ на ВИЧ. Давайте проясним, ВИЧ это не приговор. Это важно обозначить, потому что люди, узнавшие о своем диагнозе, часто боятся обращаться за помощью. Внимание! С ВИЧ можно долго и полноценно жить, несмотря на то, что человека с инфекцией пока невозможно вылечить. Благодаря приему антиретровирусной терапии можно снизить вирусную нагрузку до нулевой. А это значит, что можно обезопасить себя, своих сексуальных партнеров, заводить здоровых детей и жить долго и счастливо. С ВИЧ-инфекцией можно жить долго, качественно. С ВИЧ-инфекцией можно выходить замуж, жениться и рожать здоровых детей. По российскому закону государство обязано предоставить доступ к антиретровирусной терапии совершенно бесплатно. К сожалению, на практике этого не происходит, ее просто-напросто не хватает на всех. Для того, чтобы обеспечить терапию всех людей с ВИЧ-положительным статусом в России, Министерству финансов нужно увеличить бюджет на закупки как минимум на 15 миллиардов. Но текущий план бюджета уже утвержден до 2025 года. Доступность антиретровирусной терапии и ее качество отличаются в зависимости от региона. Например, на юге Центральной Сибири и в Челябинске терапию получает каждый третий пациент с диагнозом ВИЧ. Только третий, несмотря на то, что эти регионы – лидеры по количеству новых инфицирований. Парадоксально, но легче всего получить терапию в Псковской и Кировской областях, хотя там уровень распространения ВИЧ ниже. В итоге мы имеем эпидемию, о которой никто не говорит. Это результат последовательного игнорирования проблемы на высшем уровне. Именно поэтому говорить об эпидемии важно и нужно, ведь это первый шаг к тому, чтобы что-то исправить. Поспособствовать этому может каждый из нас. Делитесь этим видео, рассказывайте о проблеме окружающим и берегите себя.